Это пальмовая аллея Порто Сан-Крус. Здесь начинается променада столичного города Тенерифе. Заканчивается эта аллея у океана. Несмотря на то, что груда камней защищает пляжный кусочек океана от общей массы океанной, волны все равно огромные и не очень-то покупаешься. И городской пляж. Песок, естественно, черный, поскольку мы находимся на вулканическом острове. А можно и так путешествовать. Класс, не буду лукавить, это не мы, но очень хочется. Представляю, какое удовольствие. Как плавно они приземлились или приводнились, вот непонятно. Любителям покататься на волнах размер этих волн не страшен. Вот такой он океан в Пуэрто-де-Ла-Крус. Спасибо всем за просмотр. Буду рада вашим комментариям, подпискам, лайкам. И до новых встреч!